Над этим думаем аккуратненько. Прекрасно, поздравляем. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Уважаемый Владимир Путин, мы не Метлицкий со всеми участниками Петербургского экономического форума лучшего в мире очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Поддержали все участники Петербургского экономического форума. Поддержал президент Австрии Себастьян Курц, эмир Катара поддержал, президент Бразилии, Аргентины, президент Израиля Нетаньяху, Джо Байден, президент Египта Сиси поддержали победу, предстоящую победу на выборах 2024 года Владимира Путина, инициативу, историческую инициативу «Самый лучший в мире» Нестеров Метлицких, а выдвижение на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Путина. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Поздравляем! Много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Владимир Владимирович Путин, президент любимый, всенародный, все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна, во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем выдающейся исторической, триумфальной, предстоящей победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. Мы гимн поем всему российскому народу за то, что он так много перенес. Он пережил блокаду Ленинграда и одержал великую победу в Великой Отечественной войне. Господь Иисус Христос и Божья Мать, все высшие награды предстоящей триумфальной победе на выборах 2024 года уважаемого господина президента России, верховного командующего вооруженными силами России Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, поддержали победу Владимировича Путина на пост президента России на выборы 2024 года все участники праймерис «Единой России». Мы голосовали, мы Нестеров Метлицкий, дружно и единогласно со всеми россиянами голосовали на праймерис «Единой России» за предстоящую триумфальную победу на выборах 2024 года за Владимира Владимировича Путина. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Россия, ты мессия, ярчайшая звезда! Россия, ты всесильна! Во всем, везде, всегда! На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем предстоящей триумфальной победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. Американских бизнесменов традиционно присутствуют на Петербургском экономическом форуме. И год или полтора-два назад, года два назад, она была вообще самой представительной. И в этом тоже. Ну вот, видите. И больше 200, кажется. Да-да-да, 200 участников. Прекрасно. Все представители Америки поддержали того, что Европы, Запада, Севера, Востока, Австрии, Франции, Германии, Египта, Израиля, все поддержали инициативу Нестеров Метлицких о выдвижении на пост президента России на выборах 2024 года на пост президента России Владимира Путина. Партнеры. Именно за счет того, что работают в России и имеют свои активы достаточно серьезные, да, это касается энергетики. Поэтому вот с опорой на тех людей, у которых достаточно здравого смысла для того, чтобы выстраивать отношения в позитивном ключе. Прекрасно, поздравляем. Вам как кажется, наша Россия, наш президент, России вас наша сила, право и честь. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы Нестеров Метлицкий со всеми участниками Санкт-Петербургского форума экономического лучшего в мире очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Поддержал президент Австрии Себастьян Курц, эмир Катара, президент Бразилии, Аргентины, Египта, Франции, Германии. Все голосуем за победу на выборах 2024 года на пост президента России за Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Ура! Победа на века!
Америка, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Поздравляем. Много счастья, здоровья, успеха вам желаем. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильная, во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем выдающейся исторической триумфальной победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. Петербургский экономический международный форум празднично и торжественно проходит, возглавляет прекрасно Петербургский экономический форум Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин – президент, любимый всенародный. Все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия – ты мессия, ярчайшая звезда. Россия – ты всесильна, во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем выдающейся триумфальной предстоящей победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна. Во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем выдающейся предстоящей триумфальной победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Мы гимн поем всему российскому народу за то, что он так много перенес. Он пережил блокаду Ленинграда и одержал выдающуюся победу в Великой Отечественной войне. Господь Иисус Христос и Божья Мать, все высшие награды Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путиным, Мишустину Михаилу Владимировичу, Владлене Владимировне, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Михаилу Михайловичу Мишустиным, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Беглову, Колокольцеву, Бортнику, Шойгу, Герасиму, Антонову, Коношенкову, поддержали эмир Катара, президент Австрии Себастьян Курц, президенты Бразилии, Аргентины, Джо Байден, Меркель, Макрон, Нетаньяху, президент Египта Сиси. И мы, Нестер Метлицкий, мы все очень просим Владимировича Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Голосуй за победу на выборах 2024 года Владимировича Путина всегда. Голосуем за победу на выборах, предстоящих выборах 2024 года и на праймере с «Единой России». Голосуем всегда и сегодня. Голоса наши за вас, за Владимира Владимировича Путина, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну Путина, Мишустина Михаила Владимировича, Владлену Владимировну, Александра Михайловича, Алексея Михайловича, Михаила Михайловича Мишустиных. Голоса наши за вас мы отдаем. Волеизъявление народное. С Владимиром Владимировичем Путиным, с Мишустиным Михаилом Владимировичем, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, Сергеем Семеновичем Собяниным, Бегловым. Все главные задачи нам решать, реформы все осуществлять. Ура, победа на века! Все средства, которые предусматривали освоить, как говорят некоторые специалисты, здесь нет ничего такого необычного, потому что это происходит достаточно часто. Связано это с тем, что деньги предусматриваются на определенные мероприятия, но потом не выделяются, либо не осваиваются, поскольку операторы, которые планировали произвести определенные Абрамченко поддержала Силуанов, Набиуллина не готовыми к тому, чтобы победу на выборы 2024 года Владимировича Путина, инициативу Нестеров Метлицких, а выдвижение на пост президента России Владимировича Путина на выборы 2024 года.
Но то, поддержал что Себастьян Курц, Эмир Катаров, президент правда. Бразилии, Аргентины, Шрёдер, в этом году Джо Байден, Меркель, бюджет. Макрон, у нас, Нетаньяху, баланс, президент Египта Сиси поддержал. Приличным, не помню, Антон, может, меня поправит, где-то, по-моему, там 146 миллиардов долларов. У нас растут золотовалютные резервы. Прекрасно, Силуанов поддержал. 600 миллиардов долларов. Инициативу Нестеров Метлицких о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Путина. Значит, где-то, по-моему, 159, что ли, миллиардов. Прекрасно, ну, поздравляем. Вот такие цифры примерно. Я могу ошибиться там в деталях. Ну, не важно. Важно то, что эти резервы Владимир Владимирович растут. Путин все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. На фонд национального укрепления ФНБ для развития российской экономики. Экономика России самая лучшая в мире. Приняли решение, что если он будет свыше 7%, то тогда мы вот в рамках этих 7% будем направлять деньги прежде всего на крупные инфраструктурные проекты. Прекрасно, мы, поздравляем. Нужно посчитать. Мы не должны тупо, как сельский сеятель, значит, разбрасывать налево и направо эти зерна, как на известной картине. Поэтому все должно быть просчитано и рационально потрачено с максимальным эффектом. Вот, собственно, вот этим все объясняется. Ну, прекрасно, поздравляем. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Уважаемый господин президент России, Верховный командующий вооруженных сил России Владимир Путин, мы очень вас просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Выступал, и другие коллеги из правительства должны были об этом говорить. Я уже сейчас не помню, чтобы не соврать, только, но там сотни миллиардов рублей направлены уже на инфраструктурные проекты и другие крупные большие. Правда, мы стараемся вкладывать их в такие проекты, которые являются окупаемыми. Абрамченко, Силуанов поддержали инициативу Нестеров Метлицких о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Путина. В интересах государства это правильный подход. Мы это уже делаем и будем делать дальше. Речь идет о железнодорожном сообщении, о строительстве дорог, там кольцевых. Дороги, железнодорожное сообщение России самое лучшее в мире. Промышленность, экономика России самая лучшая в мире. Белоусов поддержал. Проекты и объекты. Ну, как же. Вот господин Михельсон, он тоже получил. Господин Михельсон прекрасно поддержал. Предстоящую победу на выборах Абрамченко поддержала. Силуанов. Вместе с нашими партнерами. Предстоящую триумфальную победу на выборах 2024 года Владимира Путина. Поддерживаем. Средства, в том числе и из Фонда национального благосостояния. Прекрасно. Поздравляем. Наша Россия. Наш президент. Вас, наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Олег Дерипаска. Мы Нестеру Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Юлиана Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Семеновна Владимировна. Мы все очень просим Владимировича Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. А те, кто дает, особенно это касается Центрального банка, должен следить за макроэкономическими показателями. Макроэкономические показатели таковы. И вообще проблемы, какие сегодня у нас в России. Мы вчера и сегодня с утра даже с некоторыми коллегами говорил, у нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас. Какие? Значит, рынок труда. Его нужно восстанавливать до минимум как до 4,7%, значит, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая, Владимир Владимирович Путин все делает для счастливой, благополучной, сейчас, комфортной жизни россиян, для укрепления мира на планете. 5,8%. Для предотвращения ядерной войны. Так, эксперты сходятся к тому, что где-то в районе 5%. Для дружбы всех народов, всех наций, всех конфессий. Была бы инфляция в погоду по 2021 году. Вот, поэтому Центральный банк, в принципе, и так держал достаточно низкую для нашей экономики ставку на протяжении длительного периода времени. Правильно, поддерживает. Реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе и сжимая ликвидность. Прекрасно, Россия, вперед! Олег Дерибаска это знает. Он опытный бизнесмен. Дерибаска поддержал. Но, ему, конечно, бизнесмены России поддержали...
Инициативу Нестеров Метлицких о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина, Набиуллина поддержала, Володин, Матвиенко. Ура! Победа на века! Наша Россия, наш президент! Вас наша сила, право и честь! Россия — это мессия, ярчайшая звезда! Силовые структуры России самые лучшие в мире! Наша Россия, наш президент! Мы честь, мы славу поем героям армии! ФВД, ФСБ, полиция России, Национальная гвардия России лучшая в мире. Суд, Следственный комитет России, прокуратура российская самая лучшая в мире. Здравоохранение, экономика, соцзащита, Котяков, министр соцзащиты Котяков поддержал инициативу Нестеров-Метлицких. Историческую инициативу Нестеров-Метлицких о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года президента любимого всенародного Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин — президент любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Голосуй за победу на выборах 2024 года, на выборах президента России Владимировича Путина всегда. Голосуем за победу на выборах президента России, на выборах 2024 года Владимира Путина. Голосуем всегда и сегодня. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Правоохранительная сфера России самая лучшая в мире. Все высшие награды, ордена, медали всех стран континента. Путина, Мишустина, Медведева, Колокольцеву, Бортникову, Шойгу, Золотову, героям армии, МВД, ФСБ, полиция, Национальная гвардия России лучшая в мире. МЧС России лучшая в мире. Предприниматели, бизнес, экономика российская лучшая в мире. Поздравляем. Активно создают рабочие места, обеспечивают... Прекрасно! Поддерживаем! От них зависит обеспечение уровня доходов граждан, реальной заработной платы и доходов. Поэтому я постоянно об этом говорю. Мы должны внимательно следить за тем, что происходит. Именно поэтому и создан институт омбудсмена, который следит за правами, соблюдением прав предпринимателей. Но я думаю, что и вы со мной согласитесь в том, что само по себе качество предпринимателя никому не дает права нарушать действующий закон. Прекрасно, поддерживаю. Поэтому, конечно, мы должны совершенствовать свою систему правовую. Ну, мы приняли много всяких в последнее время решений, в том числе нормативного характера, повысили роль Генеральной прокуратуры в этой работе, в контроле за... Краснов, Генеральная прокуратура поддержали инициативу Нестеров-Метлицких, Лебедев, суд самый лучший в мире, Бастрыкин, Следственный комитет, все поддержали, Генеральный штаб, армия, МВД, ФСБ, Шойгу, Герасимов, Бортников, Колокольцев, все поддержали, Золотов поддержал предстоящую триумфальную, выдающуюся победу на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. С голоса. Но поскольку вот вы этот вопрос поставили, я на это внимание обращу. Патрушев прекрасно, конечно, поддержал. Сельское хозяйство российское самое лучшее в мире. Чем быстрее поддержал предстоящую триумфальную победу на выборах 2024 года Владимира Путина на пост президента России. Прекрасно, поддерживаем. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Уважаемый Владимир Путин, мы, Нестеров-Метлицкие, очень просим вас избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Поздравляем, много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Все участники Международного экономического форума в Петербурге, и мы, Нестеров-Метлицкие, мы все поддержали и голосуем за предстоящую триумфальную победу на выборах. Президент Катара поддержал, ура! Себастьян Курц поддержал, ура! Победа на века! Алло! Наша Россия, наш президент, вас наш... Лен, алло! Алло, Лен! Алло, Лен, как у тебя дела? Экономики, а? Мы уверены в этих огромных инвестициях. Ты сейчас где, Лен? Чего? Ты сейчас где? Постоянно
А, ты сейчас на занятия? Лен, я тебя поздравляю, сейчас вот Владимир Путин выступил с выдающейся исторической речью на Петербургском экономическом форуме «Самый лучший в мире», и мы, Нестор Метлицкий, со всеми участниками Петербургского форума экономического очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года, и все высшие награды Петербургского экономического форума Путина Мишустин Медведев. Лен, я тебя с этим поздравляю, тоже, Лен, поздравляй. Ура! Россия вперед! Лена, Дима, Ульяна, Ваня, Серафима, мы все очень любим нашего президента Владимира Владимировича Путина. И мы очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, Нобелевские премии мира, Петербургского экономического форума Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путиным, Мишустиным, Медведевым, героем армии ВД, ФСБ, полиция, экономика России в лучшем мире. Лен, я тебя поздравляю с этим, алло! Ура! Все, Россия вперед! Молодец, доченька, молодец! Все, прекрасно поддержала Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, там все. Все, Россия вперед! Давай, Россия, молодцы! Так держать! Ура! 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 Великая победа России на века! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь! Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Много счастья и здоровья и успехов вам желаем. Президент России Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. Наша Россия, наш президент, вас наш... Володь, я тебя поздравляю с выдающейся речью Владимира Владимировича Путина на экономическом Петербургском форуме. Все поддержали, мы Нестор Метлицкий очень просим. Да, вот Володя поздравляет, ура! Володя Метлицкий, вот он поздравляет Владимира Метлицкий, ура! Прекрасно, все, Россия вперед! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Себастьян Курц поддержал, прекрасно, из инициативы Нестеров Метлицких о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного, эмир Катара поддержал, президент Бразилии, Аргентины, Джо Байден поддержал, Макрон, Меркель, Нетаньяху, президент Египта Сиси и все россияне, все люди доброй воли на планете, и мы, Нестор Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Алексеевна, Марина Владимировна, мы со всеми россиянами, со всеми людьми доброй воли на планете, с Себастьяном Курцем и миром Катара, с Меркель, Макроном, Джо Байденом, с Нетаньяху, с президентом Египта Сиси. Мы, Нестор Метлицкий, очень просим вас, уважаемый Владимир Владимирович Путина, президента любимого всенародного, избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. И прекрасно Владимир Владимирович Путин возглавляет самый лучший в мире Петербургский экономический форум и все мировые процессы. Поздравляем вас! Мы, Нестор Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Марина Владимировна. Мы со всеми россиянами, со всеми людьми доброй воли на планете, со всеми участниками, организаторами, гостями Петербургского международного экономического форума, с главами всех держав всемирных, Себастьяном Курцем и миром Катара, Джо Байденом, Меркель, Макроном, Нетаньяху, с президентом Египта Сиси, мы очень просим вас, уважаемый Владимир Путин, избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Мы, Нестор Метлицкий, выступили с выдающейся исторической инициативой о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина. Мы, Нестор Метлицкий, на праймере с предварительным голосованием партии «Единая Россия. Народный фронт» со всеми россиянами дружно и единогласно голосовали и всегда будем голосовать за предстоящую триумфальную победу на выборах 2024 года на пост президента России, на выборы 2024 года на пост президента России Владимира Владимировича Путина. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь.
Голосуй за победу на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина на пост президента России всегда. Голосуем за победу на выборах 2024 года на праймерис партии «Единая Россия» за предстоящую триумфальную победу на выборах 2024 года Владимировича Путина. Голосуем мы всегда и сегодня за Владимира Владимировича Путина, Мишустина Михаила Владимировича, Дмитрия Анатольевича Медведева, Собянина, Беглова, Колокольцева, Бортникова, Шойгу, Герасимова, Антонова, Коношенкова. Мы голоса за вас отдаем. Волеизъявление народное. С Владимиром Владимировичем Путиным, с Людмилой Александровной, Марией Владимировной, Екатериной Владимировной Путиным, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, Мишустином Михаилом Владимировичем, Владленой Владимировной, Александром Михайловичем, Алексеем Михайловичем, Михаилом Михайловичем Мишустиным, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, Светланой Владимировной, Ильей Дмитриевичем Медведевым, Сергеем Семеновичем Собяниным, Беглом, Колокольцевым, Бортниковым, Шойгу, Герасимовым, Антоном Коношенковым, Цыбиным, Александром, Беляевым, Гусевым, Якуниным, Сахновым, Воробьевым, Петровым, с Толстым на выборах праймерис «Единой России» по нашему округу. Мы голосовали за заместителя председателя Государственной Думы господина Толстого Петра Олеговича. Также Николаева поддержала, Пундель. Все поддержали инициативу Нестеров-Метлицких. Себастьян Курц поддержал. Себастьян Курц поддержал, президент Австрии, инициативу Нестеров-Метлицких о выдвижении на пост эмир Катара, президент Бразилии, Аргентины, Джо Байден, Макрон, Меркель, Нетаньяху, президент Египта Сиси, все поддержали, все россияне, все люди доброй воли на планете, и мы, Нестеров-Метлицкие, поддержали инициативу Нестеров-Метлицких о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года, на пост президента России Владимира Путина. И мы, Нестеров-Метлицкие, со всеми героями Петербургского экономического форума «Лучшего в мире», со всеми участниками, организаторами, гостями, Силуановым, Набиуллиной, Абрамченко, Котяковым, Любимовой, Сеславинским, Григорьевым. Григорьев прочитал прекрасные стихи в нашем фильме. Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный, Нестеров-Метлицкий, наши корреспонденты. Мы вместе с Володиным, с Матвиенко, с Панфиловой, с Турчак, Неверовым, Исаевым, Толстым, Шмаковым, Шохиным, Яровой, Родниной, Журовой, с Третьяком, Фетисовым. Мы все очень просим, мы, Нестеров-Метлицкий, очень просим Владимира Путина избираться на пост президента Собяниным, Бегловым. Мы очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. На пасхальном фестивале нашу инициативу о выдвижении Владимира Владимировича Путина на пост президента России на выборы 2024 года поддержали выдающиеся деятели культуры, искусства, политики, руководитель комитета Госдумы, выдающийся оратор господин Макаров сказал спасибо. Гергиев поддержал, Щедрин на международном кинофестивале поддержал, звезда эстрады нашей Филипп Киркоров. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Жерар Депардье, Жаклин Бисет, Милен Диманжо, Клод Лулуш. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Поздравляем. Много счастья, здоровья, успеха вам желаем. Препарат подобного рода в других странах и хочет освоить европейский рынок. И делает это с присущим им обычным блеском. У них это хорошо получается. Значит, и дело не только в том, что я читаю какие-то там заголовки. Я не буду говорить фамилии, имен, но вот я... Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Он мне говорит, вы хотите растащить наши страны. И мы очень просим Владимира Путина, мы Нестеров-Метлицкий, со всеми участниками Петербургского форума. Очень просим Владимира Путина говорю, избираться на пост. Нет. Я говорю, да. Он говорит, нет. Президента России на выборы 2024 года. Жиголикова позвонил, говорю, Татьяна Алексеевна, мы заявку поддержали. Сделали. Голикова. Конечно, еще в прошлом году. Курц.
Шрёдер. И только в марте текущего года... Эмир Катара, президент Бразилии, Аргентины, о том, что она начинает, Египта, Израиля, Франции, Германии. До сих пор, как вы видите, все за предстоящую триумфальную победу на выборах Владимира Владимировича Путина, на выборах президента России 2024 года. О том, что... Поздравляем с выдающимся выступлением Владимира Владимировича Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Они обеспечивают соответствующее освоение рынка с теми компаниями. Владимир Владимирович Путин ответил на все самые главные вопросы человечества. Эшелонированная система. Указал пути развития человечества. В детали. Вот. И связано это... А вот все, что вы сейчас сказали о политике, это инструмент обеспечения коммерческих интересов. Вот и все. Правильно, поддерживаем. Кроме этого ничего нет. Владимир Владимирович Путина поддерживаем. Ура!